нам обращаются жители поселка Сидорово-Кадамовский, города Шахты Ростовской области с просьбой помочь нам отстоять нашу школу от притязаний духовенства нашего поселка. Наш поселок Сидорово-Кадамовский основан в 1802 году, ему более 200 лет. Впервые в 802 году пришли на берег нашей реки Кадамовки 7 казаков и организовали здесь казачий хутор. Сейчас в нашем поселке 1200 домовладений, в которых проживает более 2500 людей. На территории нашего поселка расположена школа номер 39 имени Героя Советского Союза Александра Никифоровича Колесникова. Ведение нашей школы находилось непосредственно здание школы, здание интерната и территория так называемого школьного сада. В 2013 году из-за аварийной отопительной системы здание интерната, в котором на тот момент находились школьные мастерские, пришло в аварийное состояние. Поэтому принято было решение о закрытии этих мастерских. В 2014 году в нашем поселке появился батюшка, который выразил желание взять в аренду это помещение и открыть там церковь. Жители нашего поселка были очень рады и приветствовали открытие церкви. Батюшка начал активно вести ремонтные работы. Сначала он взял в аренду землю под этими мастерскими. Потом он взял в аренду землю при усадебном участку дома номер 41 по улице 60 лет Победы, где расположен четырехквартирный дом. И жители этих домов, бывшие учителя, обрабатывали эту землю в течение последних 70 лет. Потом батюшка выразил желание и взял в аренду небольшой земельный участок, на котором расположен так школьный сад. Ну как небольшой? Больше 400. Место, где был земельный участок, где была расположена церковь, был огорожен высоким трехметровым забором. Впоследствии мы вам это обязательно все покажем. На территорию церкви никто не может зайти. Ведутся строительные работы. На территории построен храм, трехэтажный дом, хозяйственные постройки. В апреле, в мае 2022 года по нашему поселку прошел слух, опять же, от прихожан этого батюшку, что батюшка изъявил желание взять в аренду земельный участок бывшей территории школьного сада вместе со школой. Значит...